Не спеши, а то успеешь. В социальные сети попало видео, на котором женщина решила перебежать дорогу на красный свет. За руку она вела ребенка. Это случилось на пересечении проспекта Бухар-Жирау и улицы Жамбыла. Отчетливо видно, что на светофоре загорается запрещающий свет для пешеходов и зеленый для автомобилей. Тем не менее, женщина, держа за руку ребенка, игнорируя регулировщик и сигналы водителей, спешит через проезжую часть в 6 полос. Водитель джипа со средней полосы их пропускает, а водитель «Жигулей», не видя выбегающих, едва их не сбивает. Только чудом не произошло трагедии. По информации полиции, данный факт не был зарегистрирован, так как наряд не вызывали. Тем не менее, видео изучается. Пользователи соцсетей единодушно сходятся во мнении, что гражданку необходимо привлечь к административной ответственности.